Привет, это Life is Strange. Мы топаем к фургончику. В прошлый раз мы стащили ключи у того уродца, которому Хлоя задолжала денег. Не сомневалась. Великолепная Спайдер-Макс. Без Фрэнка ничего бы не вышло. Давай-ка, пойдем немножко. Тебе это пригодится. Почему мне? Бросить прямо на дорогу. Тогда, наверное, ее переедет машина. На парковку. Давай, лови, мальчик. Кажется, эта собака стала нашей сычкой. Смекаешь? Теперь можно спокойно все обыскать. Но время терять не стоит. Собачка вовсе не так острая, но скоро она может вернуться. Это как-то повлияет? Или может здесь ее переедет машина? Но бросить прямо на дорогу, это, наверное, туда. Ладно, идем. Ебать, а я-то думала, у меня срач. Но ты ведь не жуткий немножко торговец. У Фрэнка свои тараканы, но он нормальный. Так я думала, пока не увидела, что он носит браслет Рэйчел. Какая шикарная тачка у нас на Кукиша. Представь, как было бы круто уехать на ней на побережье. Да, мы догнали 200 по шоссе. И кто бы захотела, чтобы я тебя поцеловала? Хлоя, у нас очень мало времени, надо хоть что-то найти. Знаю. Дай помечтать. Шкафчик. Что внутри? Ты пока осматривай. Вечно она в компе своем. Про Фрэнка можно триллер снимать. Тунки Бэй. Серьезно? Это кличка для пуди. Корм для собак. Я думаю, косточка собаке нравится больше. Бутылочка. Не могу представить Фрэнка и Хлою вместе пьющих и веселящих. Фрэнк неспроста держит у себя прямо полицейский радар. Было бы классно покататься на этой малышке с Хлоей. Да, очень классно. Фу! Бейсбольная бита. Сомневаюсь, что Фрэнк играет в бейсбольной команде Аркадия. Грязная посуда – это так по-мужски. Потрясающе, что у Фрэнка повсюду лежат ножи. Ладно, это мне не очень-то помогает в расследовании. Конечно же, Фрэнк – свет колешка. Фрэнк, наверное, все свои наркоденьги на пакетики покупает. И что это за бизнес? Неплохая аудиосистема. Приятно видеть, что Фрэнк хоть что-то здесь уважает. Его комнатушка, фотография. Даже не могу видеть это фото Фрэнка с песиком. Сложно не понять, но я легко раскрыла эту решетку. Почему ты думаешь, что там что-то прячется? Ну, спрятано. Неплохая такая зажигалочка. Он принимает их или продает? Или это и то? Жаль, что у меня нет шипующего кольца Фрэнка Бауэрса. Раковина. Ну как так можно жить? Ну ладно, мы тут все осмотрели. Нужно инструменты поискать. Так, решетка еле держится. Мне нужно чем-нибудь ее попить. Тут наверняка что-нибудь есть. О, ты ничего, Фрэнка? Или нет, что это за огурцы? Или это тоже наркота? Ничего-то не снимаю. А этот открыть не можешь? Ну и где мне искать, а вот нож. Нож почти так же хорош, как и связка ключей. Ну а ты не дура. Мой клинок отворит эту.
что это у нас? О, блин. Рэйчел и пёс Фрэнка. Даже не знаю, умиляться или беспокоиться. Так, Фрэнки, надеюсь, это первое, что ты увидишь этим утром. Прости меня за прошлую ночь. Я вела себя как бессердечная сучка, ведь я все это выместила на тебе и на бедном Помпиду. В моей жизни происходит хреново куча странных вещей, и мне кажется, что я никогда не смогу уехать из Аркадия Бэй. За тебя я должна благодарить Бога. Ты самое лучшее, что у меня тут есть, и я всегда с улыбкой вспоминаю нас. Давай просто навсегда уедем отсюда. Я всегда буду любить тебя. Сердечко Ре. Одна радость видеть, как Рэйчел ведет этого зверя. Тут она такая счастливая. Рэйчел и правда тусила с Фрэнком. Я узнаю о Рэйчел больше, чем хочу знать. Проблема в раю? Фрэнк, то, что ты вчера творил, ненормально. И не надо винить в этом наркотики. Ты меня до смерти напугал. Я думала, что ты так и не успокоишься. Впервые видела, чтобы ты себя так вел. Это не должно больше повториться. Я лев, а такие, как я, никогда не оглядываются назад. Ты мне не безразличен, да и мы в целом, так что, может, нам стоит сделать небольшой перерыв в наших отношениях. Целую, Рэя. Можно отмотать, чтобы это было закрыто. Отлично, мы ничего не трогали. А это уже открутить нельзя. Может, ты нож положишь на место? Меня тянет плевать от мысли, что Рэйчел его позировала. И писал уже по мне записки. Я просто не могу в это поверить. Она трахалась с ним. Зачем она лгала мне прямо в лицо? Потому что знала твою реакцию. Значит, хреновый из нее подруга, да? Очередной человек, обманувший меня. Всю жизнь меня подводят близкие мне люди. Мой отец погибает, потом ты уезжаешь, мать является в мудака. Да еще и Рэйчел меня предала. Хлоя, Рэйчел пропала. Никто тебя не предавал. Пиздешь, предатель, да в пизду вас. Хлоя! Он, наверное, что-то заподозрит. Хлоя, ты не можешь продолжать винить меня или кого-либо во всех бедах твоей жизни. Это неправильно. Ну а кого тогда? Иначе получается, это моя вина. Да нахер. Так. Повзрослей ты уже. Повзрослей? Я не хочу тебя оскорбить, но... Ни у одной из тебя в Аркадии Бэй есть проблемы. Кейт Марш с крыши бросилась, забыла? Да, она совершила самоубийство. Она мертва. Мне очень жаль, ясно? И нет, от этого мне ни капли не лучше. Усекла? И кого же ты видишь в первую очередь? Своего ёбаного отца, конечно. Ты не жалею его? Серьезно? Да, виню, конечно. Он открыл эту дверь и покинул меня навсегда. Хлоя, твой отец ушел не по своей воле. Я знаю, Марш. Моя мама правда винит себя. Она только хотела, чтобы ее забрали с работы. Иногда даже я виню ее. Неправда. Да, Марш, правда. Ты знаешь, каково это искать своего отца, будучи ребенком, и понять, что он не вернется? Нет, конечно нет. Но я была с тобой в тот день. Это был ужасный несчастный случай. Мне от этого не легче. С тех пор, как он умер, моя жизнь стала полным дерьмом. Ты все еще здесь? Ты не хочешь слышать это, но ты все еще здесь. Живая. Со мной. И это не случайно. Ну да. Я не хочу слышать. Хлоя, одной мне с этим не справиться. Мне нужна твоя помощь. И Рэйчел ты нужна.
Так, наведите фокус с помощью, а затем... Как это работает-то? Нет. Вот. Все. Можно было там пробел просто удерживать. Удачи, дорогой, мы так рады за твое повышение. Дома тебя ждет неделя вафель из двух китов, твоя любимая женушка. Это повлияет на что-то? Беспорядок, журнал, телефон звонит. Может, надо отмотать и самому ответить на звонок? Нет, это мне не надо. С фоткой-то все нормально. Нет, это что-то не то. Тихо. Блин, не туда попали. Макс, ну же, давай без глупостей. Алло? Ну, ты был... Просто отключи. Ну все. Привет, народ. У меня сотовый есть. Привет, дорогая. Без понятия, почему домашний не звонил. Я сейчас готовлю восхитительный завтрак с Хлоей и Максом. Мы все будем работать в двух китах. Что? Я не знал, что тебе нужно было купить продукты. Ну, конечно же, я заеду. Теперь у меня есть причина купить мокро. Скоро буду. Люблю тебя. Спасите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Вы слишком тяжелый груз с этих лагом для нашего бирщика. Может, он... Ты
Кто-нибудь положит свой телефон? Ключи? Где твои ключи? Найди их. Для меня. Эй! Ключи ты чего не берешь? Ты же видела их. Привет, дорогая. Но без понятия, почему домашний не звонил. Я сейчас готовлю вас действительно завтра с Хлоей и Маркой. Мы все будем работать в двух рядах. Что? Я не знал, что мне нужно было... Да ну вот здесь же они. Ну ты же видела, что они здесь. Точнее, для оплаты своего колледжа. Ключи, пожалуйста. Как мне их достать-то? Ну вот они. Ага. Нашлись такие. Да нет. И даже не вздумайте устраивать дегустацию вин. Не оплошайте. Сегодня твоя мама пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом на десерт. Ма, ты же останешься. Она меня не бросит. Никто тебя не бросит. Такого можно было спасти, нет? Как мне взять те ключи? Ну наконец-то. Почему сразу так нельзя? Я надеюсь, он там не найдет. Они так и не отправились в это путешествие. Ведь это вообще все поменяет. Всю историю. Это, наверное, надоедает каждый раз одно и то же слушать. Перематывать, опять слушать. Где же ключи? Еще $1, банк ругательств. Ты меня разоряешь. Как знал, что эта штука мне пригодится? Как только ключи там оказались? И даже не вдруг... Подстава какая-то. Ты меня отключаем, значит, мы. Идем за ключами. А, они у меня уже есть. Здесь я спрячу, он услышит. Ваза. Мусорное ведро. В камин может бросить. Блин, я не знаю, слышно же везде будет. Здесь, наверное, еще эхо какое-нибудь будет. Это надолго.
Нельзя вперед помотать. Может было в хлопе спрятаться. Или в печенье. Еще один доллар, банк ругательств. Ты меня разоряешь. Как знал? Да, знал ты. Может, у него из кармана это как-то достать надо? Может, мне просто убежать? Окно. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Вот теперь можно Эй, а как же рисунок? Ключи точно были здесь. Я же помню. О, дружок, совсем забыла тебе. О, ключи. Покажитесь. Ну конечно. Я никогда больше не куплю ничего от Спайка Электроникс. А может быть на автобусе? Остановка ведь совсем недалеко. А ведь могу. Хорошая идея, Макс. Вот, да, автобус это классно. Приезжают каждые 15 минут, да и места тебе, и джинс продукта не хватит. И это сбережет окружающую среду. Убедила, убедила. Ну что ж, я почапал к автобусной остановке. Мне сюда понравится. Не стоило вообще спасать его. Эй, ты вообще слышишь нас, Максим? Макс. Максим. Да знаю я, прости, безумная Макс. Ты же не боишься, правда? Да? Не хочешь ободрать нашу пустую кружку мира? Кажется, Макс под кайфом. Она ведет себя как-то странно. Ты в норме, Макс? Я же говорила, не стоит брать эти циклоны, но меня же никто не слушал. Кортни, ты вообще никого не хочешь принимать в клуб? Да отвали, сучка. Он водителем работает. Может, она потом опять вернется назад и опять он умрет.
Опять долго она едет. Могла бы поспать в это время. Или мыслить вслух. А ему, похоже, всегда нравились эти усы. Макс Колфилд. Покорила Сиэтл, а теперь решила передохнуть здесь. Мы думали, что после большого города ты сюда никогда не вернешься. Нет. Я бы никогда не бросила Хлою. Кстати, она очень ждала тебя. О, минуточку. Хлоя, к тебе гости. Она инвалид. Все, закончился эпизод. Вы украли деньги, вы поцеловали Хлою, вы встали на сторону Хлои, вы уберегли собаку Фрэнка от смерти, пистолет Дэвида у Хлои. Лиза умерла. Пизгай Лиза. Я без понятия. Вы не стали помогать Орону с экзаменом. Как помогать? Он вообще просил помощи. Я такого не помню. Вы в списке на вечеринку в клуб «Циклон». Вы не изменили список приглашенных на вечеринку в клуб «Циклон». Ладно. Вы не стерли сообщение полицейского. Вы помогли Алисе. Вы не предупредили бездомную женщину. Вы сделали фото в прошлом. Вы не оставили отметку на камине, я хотел. Ладно. Пока.